Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам текстур пак Dragon Dance для Майнкрафта Pocket Edition. Ну вот, у меня загрузился мир. Как видите, здесь присутствуют такие, как бы сказать, маленькие шейдеры. Но сразу изменилась атмосфера, и сразу видны первые баги. Тут вдалеке у нас стоит коробка. Давайте подойдем к ней. Привет, да. Ну что ж, трава тоже у нас изменилась. Вот я сейчас поставил горшок, который я сломаю и поставлю обратно, да. Давайте сейчас вспомним жителя. Как видите, его текстуру решили не изменять, к сожалению. Ну, давайте обратимся еще раз к спавнеру мобов. Оцелотов тоже не изменились. Интересно, почему их заспавнилось трое? Ну, всем интересно посмотреть Крипера, да? Ему сделали такой шарфик, или, так сказать, такой галстук. Я не знаю, наверное, это более похож на шарф. Так, вот факел тоже с багами. Не знаю, мне кажется, это баги. Вот дерево, ну, не знаю, почему с деревьями, но такая фигня. Вот так хорошо, можно сказать, детализировано выглядит дерево. Очень красиво все. Ну, наверное, всем интересно сейчас посмотреть зомби, да? Так, зомби, уйди от жителя. Ну и гори. А мы заспавним другого. Вот такой он у нас страшный, зашитым ртом. И давайте посмотрим скелета. Скелет тоже стал страшным, но и каким-то упоротым. Один глаз больше другого. Да, прикольно. Ну вот здесь у нас песок стоит, сразу можем рассмотреть. И как видите, нам изменили воду. Она стала прозрачной. Да, редко бывает, когда нам изменяет воду. Про это я вам говорил. Вот так вообще выглядит интерфейс блоков всех. Вот. Изменили оружие. Но, к сожалению, в каждом турпаке никогда не меняют зелье. Я не знаю почему. Ну, у них такая фишка, походу. Так, ну давайте я взлечу. И маленько мы посмотрим с высоты, да? С высоты это все выглядит очень красиво. Все очень-очень красиво. Вдалеке у нас барашки. Да. А я сейчас остановлюсь здесь. Так, давай, прыгай. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.